Я долго искал правильный Днепр, чтобы сделать из него корч на сухаре, но абсолютно все Днепры мне было жаль распиливать, потому что рамы у них были живые. И вот однажды ко мне пришел Днепр с полностью убитой рамой. Абсолютно каждый сварной шов в ней был либо полностью оторван, либо с огромной в нем трещиной. В поддоне валялись куски обломанного поршня и колец, и в целом это был не мотоцикл, а катастрофа. Но купил я эту штуку за 700 гривен. С документами. Я глянул на эту убитую раму и понял, это то, чего я ждал. На канале есть видео о том, как я его строил. На этом мотоцикле я учился варить и учился работать болгаркой. И пока я его строил, у меня в голове сидела картинка о том, как я каждый день катаюсь с ним по полям, я счастлив и так далее. Но в итоге я выезжал с ним ровно по одному разу в год, катался минут по 15, загонял его обратно в гараж, ставил в угол и говорил: на этот год достаточно. Мотоцикл был просто смертью на колесах. В крайне удобная посадка с коленями за затылком. Невероятно громкий выхлоп, от которого начинала болеть голова ровно через 5 минут. Органы управления, созданные для мастера йоги миллионного уровня, и прочие нюансы, напрочь отбивающие желание кататься. Но я вижу огромный потенциал в этой тачанке, и мне действительно хочется с ним кататься. Поэтому в этом видео я переделаю в нем все то, что меня раздражает, при этом постараюсь не испортить его суть ржавого опасного корча. А в следующем видео поедем прокатимся во время заката, половим тараканов своими глазами, насладимся звуком нового выхлопа и дважды сожжем объем бензина, сравнимый с запасом сотни заправок. Честно говоря, я вообще не думал, что буду записывать это и следующее видео, поэтому начал работать в гараже, не снимая, но пропустили мы немного. Начал с того, что убрал этот дебильный топливный фильтр, болтающийся бесполезным грузом, как прилипший к штанине репей. Дальше – руль. Очевидно, это руль от велосипеда ММВЗ, и при посадке, как у этого мотоцикла, ехать с этим рулем – это как есть китайскими палочками, пытаясь держать по одной палочке в каждой руке. Поэтому руль я снял и расширил его, вварив в середину кусок полдюймовой трубы, так же, как я это сделал с рулем Харлея. Плюс удлинил левый концевик руля, потому что он был короче правого, на котором висит неоправданно длинная самопальная ручка газа. Естественно, под расширенный руль теперь нужен удлиненный трос газа. Следующая проблема – слишком плавный угол червяка на ручке газа. Газ открывается очень медленно, и дабы открыть газ на полную, правую руку приходилось выдергивать из плечевого сустава, прокручивать вокруг руля левой рукой, вставлять обратно в плечо, и все это прямо на ходу. Угол червяка нужно сделать более резким, примерно как на ручке Харлея. Я даже умудрился нырить ту самую трубу, из которой 5 или 6 лет назад сделал первую ручку. С новым червяком газ будет открываться правильно, но ручка, соответственно, станет намного более тугой из-за более резкого угла червяка. Отрезанный кусок трубы прогнал через райбер и напильник. Также торец нужно развальцевать напильником, как на первой ручке, чтобы в итоге торец не цепляло руль. На противоположный торец наварил стопорящую шайбу и принялся размечать под новые канавки. На предыдущей ручке полный газ открывался примерно за 200 градусов поворота ручки. На этой новой полный газ будет открываться за 90 градусов.
В бурении червячных канавок нет ничего нового, все по-старому. Просверлил 4 сквозных сквозняка и БФ-станком вырезал дорожки. После чего зажал заготовку в патроне, взял новый надфиль и часов за 9 допилил канавки до нужной формы, по пути примеряя по месту раз миллиард. Из-за угла червячных канавок и сразу 2 пружин в карбюраторах ручка действительно тугая, поэтому пока что не особо у меня получается делать мотоцикл комфортнее, но да ладно. Единственное, что может делать эта изолента, это бесить меня тем, что она не клеится. Дальше масло. Естественно, ту дешевую минералку, которую я залил чисто для первого запуска, чтобы потом заменить, конечно, я не заменил, и она до сих пор болтается в поддоне вот уже 6-й год. Замена масла на Днепре у меня в 100% случаев аккомпанирована снятием поддона, благо у меня есть удобный мотоподъемник в виде гаражного порога, который весьма кстати для мотоцикла с клиренсом в 7 см. После слива масла можно изымать прошлогодние гербарии и скидывать поддон. Полевая пыль плюс дешевая минералка устраивают в поддоне подобное болото. Именно поэтому на масло нужно не скупиться, а также нельзя лениться в плане скидывания поддона, дабы все там вымыть при замене масла. Это не дешевое масло с заправки, это действительно очень хорошая полусинтетика 10W40, просто разлитая по бутылкам. Теперь пришло время переносить педаль сцепления и педаль тормоза, и над этим я думал еще с самого первого дня постройки. Но не сумев тогда придумать ничего логичнее, я поставил подножки с педалями перед торчащими в стороны горшками Днепра, потому что сзади горшков места просто нет, особенно учитывая мой рост и 46-е тапки. Честно говоря, сейчас я тоже ничего лучше придумать не могу, но ездить с коленями за ушами я больше не хочу. Воткнуть подножки с педалями по бокам от цилиндров — это уж лучше свапнуть мотор от Днепра в гинекологическое кресло и кататься. Тогда остается лишь один вариант — каким-то образом вместить все за поршневыми. С педалью тормоза как бы проблем нет, если не влезет, то мне в принципе тормоз и вовсе не нужен, а вот педаль сцепления как-то надо будет корячить под цилиндром, плюс чтобы это все было удобно. И нет, переносить сцепление на руль и переключалку на ногу, как у всех нормальных людей, я не буду. В общем, под новые футпеги выточил посадки и турбинкой нарезал под них стопорящие зубья. На частной приемке нарыл кусок арматуры, благо процесс поиска прекрасно видно на видео. Отрезал 2 куска в качестве будущих подножек и подготовил их к приварке на посадке. Естественно, все время работы над этим мотоциклом нужно держать в голове, что все-таки это мотоцикл колхозника, и нужно стараться, чтобы случайно не сделать хорошо. Пока что, в попытке сделать из неудобного мотоцикла удобный, у меня лишь получается сделать его еще более неудобным, но работы впереди еще очень много, поэтому надеюсь, мне повезет в будущем. Теперь нужно хотя бы постараться как-то воткнуть педаль тормоза под цилиндр и 100% воткнуть педаль сцепления с другой стороны. Для новых педалей выточил 2 втулки и пару осей и постепенно начал вколхаживать это все на место.
Ось к посадке подножки приварена, теперь нужно городить саму педаль тормоза к ее посадке. И моя прекрасная, бесплатная, частная металлобаза снова приходит на помощь. Путем сложных, высокоточных, математическо-геометрических измерений на глаз определил длину штыря педали и отрезал кусок нового, блестящего металла. Вот я пустоголовый начал резать здесь, но здесь уже готовый полумесяц. Как раз под диаметр этой штуки. То есть сразу две заготовки уже имели бы этот полумесяц и не пришлось бы вырезать. Примерно на этом моменте у меня начали закрадываться сомнения, что эта новая педаль будет работать нормально, потому что, очевидно, рычаг короткий, плюс педаль работает на излом. И плевать, что оно работает на излом. Но, кроме того, что хочется покататься, я никуда не спешу, поэтому продолжил медленно городить то, в чем уже очень сильно сомневаюсь. Проблема в том, что, да, я понимаю, что чем длиннее рычаг, тем легче выжимать педаль. Но я не могу воткнуть сюда длинный рычаг, ибо под карбюратором места мало. Плюс с длинным рычагом при выжиме тормоза педаль вместе с моей ступней будут волочиться по земле, потому что клиренс мотоцикла очень маленький. А езжу я преимущественно по кривым полевым и лесным дорогам, где встречаются пеньки, камни и прочее. И как бы оторванная ступня меня не беспокоила бы, кроме того, что потом нечем будет с пинка запускать Днепры и Харлеи. Как и ожидалось, педаль слишком тугая. В общем, оно выжимается. Тормоз есть, но очень слабый. Нужно очень сильно давить на педаль. Естественно, потому что рычаг тут короткий. Сделать рычаг длиннее я не могу, потому что здесь уже нету места под головой. Буквально три пальца. Можно, например, сделать обратную педаль. Вывести ее с передней оси двигателя. Выжимать буду вот так. Это все будет работать там. Получается, цепь протянуть не сверху, а просто снизу. Но проблема в том, что, во-первых, цепь уже будет бить о раму. Весь этот тормозной механизм будет очень низко, и вероятность зацепить его об какой-то пень очень высока. Отодвигать подножку еще сильнее назад я не хочу, потому что нога уже будет буквально согнута в колени. Но потом мне на глаза попалась старая педаль, которая практически идеально подошла, если ее развернуть в обратную сторону. Тут мне уже начало все нравиться, потому что педаль длинная, лезет под горшок, и если нормально сделать приводок на цепь тормоза, то при выжиме педаль не будет сильно провисать. Конечно, логичнее прицепить вот эту педаль как-то вот так, и все было бы нормально, но логика и я несовместимы. Плюс я не хочу, чтобы это все валялось здесь, в этой части рамы. Поэтому буду стараться спрятать это все под цилиндр. Безусловно, теперь нужно распотрошить все на части и заставить это работать по-новому. В качестве якоря для пружины использую ту самую гайку, которую ранее отрезал с этой же педали. Не пропадать же добру. Новая педаль и старая готовая, я даже не поскупился на литол. Как-никак полевой пыли нужно место, чтобы налипать, дабы люфт с успехом убирать. Конечно, как и любому транспортному средству, предстоящему ездить по дорогам общего пользования, нужно устроить тест тормоза. И абсолютно на 100% удовлетворившись 2-сантиметровым торможением вьюз на скорости 0 км в час, я занялся педалью муфты. В общем, да, мало того, что места под горшком и карбюраторами так мало, а у меня тут плюс еще живет боковой упор, а переносить его я вот точно что не хочу, но мешать он будет абсолютно всему. Подножку, конечно, можно перенести куда-то сюда, но если ее приварить сюда, то она будет вот тут вот торчать. Это вообще нет. Ее можно приварить сюда, и она типа будет складываться здесь, где-то заканчиваться, но подножка в задней части рамы это не для меня. Но ездить с ногами за ушами я тоже уже больше не хочу, поэтому походу с этой подножкой пока что придется распрощаться.
Честно говоря, мне эта подножка просто безумно нравится, и очень жаль с ней расставаться. И, в принципе, можно было бы ее приделать сюда, чтобы она вот так открывалась. Но я не хочу, чтобы эта подножка здесь стояла. Я хочу, чтобы хвост был более или менее пустой. Короче, дабы приделать это все на место, сперва нужно распотрошить эту педаль, срезать с нее все лишнее, изогнуть и так далее, чтобы в итоге она с успехом обогнула все 17 препятствий. Далее нужно вколхозить какой-то кронштейн, который будет держать кожух троса. Всегда затыкайте открытые дырки своего двигателя, когда работаете рядом с болгаркой. Желательно, чтобы это была промасленная тряпка, чтобы она от искр болгарки загорелась. Ну и естественно, абсолютно непроверенную на работоспособность железку нужно сразу приваривать сплошную, а не на пару прихваток, дабы потом было веселее срезать. Из плюсов педаль работает, и она очень мягкая, потому что рычаг длинный, а трос прицеплен буквально у основания. Но есть подозрение, что оно не выжимает до конца и сцепление будет вести. Проверить это нормально можно только на ходу, поэтому мотор нужно запустить, но перед запуском я решил поменять магнит генератора, потому что он по-дикому хрустит, задевая катушки. Другой магнит в сборе с катушками мне прислал один очень добрый человек, и я надеялся, что внутренний диаметр этого магнита больше, чем у того, который стоит у меня, а также, что поверхность у него гладкая, а не с выступами, но... У этого внутренний диаметр намного меньше, чем у того, который стоял у меня, плюс у этого конус намного больше, чем у этого. И как бы можно было бы поставить катушки от этого нового генератора вместо моих, все переподключить, но пришлось бы вытачивать новый вал, менять это все... Короче, вдруг я стал не против этого отвратительного хруста. Жиклёры холостого забиты. Если вы собираетесь оставлять свой пепелац на долгий простой, лучше с карбюраторов сливать бензин, потому что он превращается в такую жижу густую и забивает жиклёры. Ну вот, пожалуйста, засранный. Вот он жиклёр, там прям нет дырки. Та же история с этой стороны. Ну, если уж кататься поехать мы не можем, то хотя бы отрегулируем мотор. Соответственно, что и требовалось доказать насчет сцепления. Оно ведет. Подтянул трос и взялся регулировать мотор. Тут все как всегда. Отключил левый горшок, запустил на правом, отрегулировал его, потом отключил правый, подключил и отрегулировал левый, подключил оба и отрегулировал холостой. Тросы и синхронное открытие заслонок я регулирую на ходу. Thank you.
пока мотор работает, решил таки глянуть на то, какую зарядку выдает этот генератор, чтобы можно было подключить фару. И, честно говоря, хоть отсутствие аккумулятора это прикольно, но это зажигание от скутера меня довольно сильно раздражает из-за очень слабой искры, от которой падает мощность, расход просто ведрами, и в холодную погоду мотор очень трудно запустить. Поэтому, возможно, в будущем я перейду на БСЗ с АКБ или магнита. АКБ я тоже не особо хочу, потому что нужно городить реле, АКБ, проводку и прочую ненужную срань, поэтому посмотрим. В общем, зарядка как бы есть, но на холостых, на средних оборотах 5-6 вольт, а на больших оборотах уже, соответственно, прибавляется там 11-12, то есть есть. Но, как вы видели, на средних оборотах лампочка еле-еле светит. Мне, по сути, нужно только, чтобы фара светила. И, честно говоря, оно прикольно, когда Днепр заводится без аккумулятора, и вот так вот это все работает, крутится тут. Но, честно говоря, я бы уже вернулся к аккумуляторной системе зажигания, просто потому что, во-первых, есть постоянно зарядка. Во-вторых, даже на самом обычном бесконтактном зажигании искра хорошая, мощная, в то время как здесь, на этом скутерном зажигании, искра очень слабые. Соответственно, мотор жрет намного больше топлива, и в холодную погоду он не запускается. Несколько причин, почему я не хочу ставить аккумулятор, это, во-первых, потому что нужно городить реле, нужно ставить куда-то сам аккумулятор, это целая куча проводки, два провода на аккумулятор, два провода на реле, один провод на зажигание. В общем, я эти все провода здесь не хочу. Сцепление, как вы видели, ведет, и я с этим не согласен, придется эту педаль переделывать. Очевидно, она протягивает трос недостаточно. Еще мне не нравится, как звучит выхлоп. Мне до безумия нравится, как он выглядит, но мне категорически не нравится, как он звучит. Если здесь у меня тоже прямоток, но трубы, они вставлены в колени, то есть они чуть меньшего диаметра, чем сами выхлопные колени. И звук на этом выхлопе по-настоящему сочный. То же самое у Харлея. Диаметр трубы в один диаметр с выхлопными коленями. И звук тоже невероятный просто. Даже у колясочек стоит прямоток, но труба завальцована сзади, и она меньшего диаметра, чем само выхлопное колено. И звук тут даже приличный. В то время как здесь труба больше колена, и звук получается какой-то пердеж. То есть он громкий, прикольный, но это прикольно ровно минут 10. Потом это уже начинает раздражать. То есть я люблю громкий выхлоп, но когда это красивый, сочный выхлоп, а не как здесь просто громкий пердеж, который булькает как газон без выхлопных коллекторов. Походу, единственный свет, который нам будет доступен, будет как у 6-вольтового ежа на холостых. Придется мне эту фару снимать. Кто следил за телеграм-каналом, знает очень забавную историю, связанную с этими фарами. Этими, потому что здесь и на Харлее стоят абсолютно одинаковые фары, это Unity. Но в этой фаре две проблемы. Первая проблема — это то, что она чересчур блестящая и не особо подходит под стиль этого мотоцикла. Во-вторых, в ней стоит монолитное такое залитое стекло, потому что это противотуманка, и, соответственно, лампочку там поменять нельзя. Поэтому у меня есть вот эта вот фара, которая когда-то тут уже стояла, она такая вот местами побитая, плюс она не такая сияющая и блестящая, как эта, и в ней стоит лампочка, которая даже работает. И плюс это все-таки советский мотоцикл, собранный из хлама, а это американская фара, которая опять-таки немного по стилю сюда не подходит. А это советская фара, которая сюда встает. Честно говоря, я обожаю вид голого спрингера, и я с огромным удовольствием оставил бы этот мотоцикл без фары. Но без фары у меня будет дикарь, а с этим мотоциклом я все-таки хочу кататься ночью. Это, кстати, тоже когда-то была противотуманка с прикольным таким желтым стеклом, но тоже это все было залито одним таким целым монолитом, и оно не работало. Поэтому из обычной тракторной фары я вырезал вот этот вот отражатель, вырезал стекло из какой-то там фары.
Да, я думал, что это дичь, когда фары светят тускло на холостых, но когда увидел вживую, блин, это прекрасно. Я абсолютно влюбился в этот тусклый свет на холостых и даже задумался о том, чтобы переделать все свои Днепры под магниты, выбросить ЭКБ и кататься с меняющим яркость светом. Но все-таки это уместно не на всех мотоциклах. Например, на Днепре со стоковым обвесом это будет выглядеть смешно. На этом Днепре это прекрасно, и с Харлеем подобного рода свет тоже будет выглядеть шикарно. В этом что-то есть. Взялся уже сцепление переделывать, но я просто теперь не могу успокоиться с этой фарой. Я настолько рад, что она работает именно так. Буквально с каждой минутой дальше мне это нравится все больше и больше. Вообще я удивлен, то есть он вполне дает хорошую зарядку, и на оборотах выше средних он дает прям нормальную зарядку. То есть сюда в теории можно было бы вообще поставить аккумулятор, и он бы заряжался. Зря я грешил на эти бедные китайские релюшки. Вот как при выжатом сцеплении должны пробуксовывать диски. Очень легко, буквально одним пальцем можно. Вот как при выжатом сцеплении пробуксовывают диски здесь. Трудно. И что самое интересное, фиксируем педаль выжатая, и буквально нужно дожать рычаг чуть-чуть, и они начинают пробуксовывать точно так же легко. То есть ему не хватает буквально какого-то там миллиметра еще. Но натягивать больше трос я не могу, потому что тогда оно начнет буксовать. Поэтому положение якоря нужно сместить дальше от оси качания и надеяться, что хода хватит. Но его не хватило. Нужно переносить кронштейн, а переносить некуда, так как дальше он упрется в цилиндр. Честно говоря, вообще не удивительно, что с этим кронштейном ничего не получилось, потому что на самом деле я бы не смог достать мотор отсюда, учитывая то, что он просто вот там вот стоит приваренный. Огородить какие-то гайки, чтобы это все на болтах прикручивать. Ну, короче, я чересчур ленивый для этого. Но зато у нас есть здесь шпилька, и если поставить педаль сюда, и вместо того, чтобы прицепить трос с этой стороны цилиндра, мы его прицепим теперь с этой стороны. Поэтому хода здесь 100% хватит для того, чтобы выжимать эту педаль. Но теперь проблема, мне этот кронштейн теперь нужно отрезать и приварить его сюда, на эту гайку, на шпильку, чтобы его можно было снимать. Но дело в том, что болгарка это я туда теперь не достаю. Кронштейн бокового упора я когда-то приварил лишь сверху и сказал себе, что чуть позже приварю его и снизу. Естественно, этого не произошло, и в одиноком верхнем шве, работающем на излом, пошли трещины. Проварена она была тоненьким швом только сверху, не снизу, а только сверху. И на этом тоненьком шве на излом висела половина веса мотоцикла. Я давно уже заметил трещину с краю в этом шве, поэтому его не составило труда отломать. Теперь хода с лихвой хватает, но, конечно же, педаль стала очень тугой, так что, да, мотоцикл становится комфортнее для повседневных покатушек. Угу.
съездил я, прокатался до дачи и назад. Ему на это вообще по барабану. Во-первых, да, теперь, когда ноги внизу, намного удобнее. Тормоз работает вообще нормально, вообще не ощущается какой-либо дискомфорт. Все отлично. Эта педаль там, в принципе, она легко выжимается, тормоз хорошо работает, все прекрасно. Сцепление. Я очень переживал по поводу того, что сцепление очень жесткое, то есть довольно тяжело выжимается. Места там очень немного для ноги. Думал, что будет эта проблема. Но на самом деле я его выжил ровно два раза. То есть один раз, когда двигал отсюда из дому, и второй раз, когда двигал оттуда с дачи. Все остальное время я переключал передачи рукой и нейтраль выискивал рукой. Ручка газа работает просто великолепно. То, что надо, именно то, что нужно. Теперь газ дергается нормально, не так плавно. Там нужно было буквально полоборота ручки газа крутнуть, чтобы появились хоть какие-то обороты у двигателя. Сейчас все работает отлично. Руль великолепный, широкий, удобный, классно держаться за него руками. То есть прям то, что надо. Минус выхлоп. Просто не могу его терпеть. Даже у Харлея звук громче, но он там сочный, приятный звук. В то время как здесь маленькая труба, которая выходит в большую, резонирует и... Ну, это просто это какой-то пердеж. Я собираюсь ездить с ним по селу, за село и так далее, и беспокоить людей этим пердежом, честно, не хочется. Конечно, мне безумно нравится, как этот выхлоп выглядит, но у него две проблемы. Первая, он чересчур громкий, вторая, он выходит на одну сторону, и выхлоп правого цилиндра буквально у меня под ухом. То есть вот это вот все орет, и голова действительно начинает болеть. Поэтому, скорее всего, придется мне этот выхлоп переделывать. Но проблема в том, что мне для этого нужна либо труба диаметром с выхлопное колено, либо труба чуть меньшего диаметра. Из стальной трубы у меня такой нет, только водопроводные или нержавейка. А нержавейку сюда блестящую я ставить не хочу. Я даже думал о том, чтобы убрать это крыло отсюда хромированное, потому что оно тоже как-то не особо сюда вписывается. Это все, что касается минусов. А так, в целом, я же говорю, в передаче вообще нет никакого дискомфорта. Рукой переключаешь, рукой находишь все нейтрали. Педаль сцепления нужна буквально для того, чтобы просто двинуться с места. Орущий редуктор даже наоборот прикольно. Мне вообще нравится, что он орет. Я когда-то давно купил новую пару и новую ступицу для заднего редуктора, чтобы этот редуктор полностью перебрать. Но я теперь даже не знаю, буду ли я его перебирать или нет. Мне нравится то, что он засеряет все подряд маслом. Мне нравится то, что он орет. В общем, прикольный редуктор. Единственное, что я бы хотел поменять вот эти болты на шпильки. Как выглядит фара, мне не нравится. Она слишком большая, какая-то такая круглая, дутловатая. Мне не нравится. Но может, это просто я не привык к ней. Если мне продолжит не нравиться, я ее просто сниму и буду ездить вообще без фары. И, конечно же, рука вот этой тряпичной изоленты, которая выкидывает весь свой клей мне на руку. Отлично, мне это нравится. Педали, кронштейн, сцепление. Теперь можно нормально проварить. Следуя традициям постройки этого мотоцикла, вырезал дистанционные шайбы, педали из трубы. Но перед установкой ее еще нужно найти. Кстати, меня прям удивляло, каким образом этот хилый тросик умудряется выдерживать такое усилие, поэтому, соответственно, я его сломал. Починил трос и даже смазал. Хотя мог этого не делать, потому что все равно, когда буду мыть мотор, куча жижи стечет вниз. Вывесил хвост, чтобы можно было снять CC-бар и поменять покрышку. Но, как всегда, сопутствующие проблемы, выскакивающие из места, которых я просто-напросто забыл, не дадут мне легко отделаться. Да, я вспомнил, что не могу поставить сюда шпильки, потому что иначе тогда нужно было бы выкручивать шпильки, потому что колесо здесь снимается вместе с редуктором. Меняю обе покрышки, потому что я обожаю красивую резину. Изначально я поставил на этот мод то, что было, сейчас ставлю то, что хочу. Задняя шина это Avon 400 на 18, которую мне любезно предоставил тот самый великолепный человек, предоставивший мне заднюю шину Харлея. Передняя это Avon Speedmaster 300 на 21, можно сказать легендарная покрышка в Штатах и определенно редкая в наших краях. Кто в курсе, тот знает, что мне пришлось сделать с этой покрышкой в прошлом, чтобы она нормально села на обод. Надеюсь, ту, которую я ставлю, не нужно будет увечить. Снимаем профессионально намотанный флиппер и наслаждаемся отвратительно собранным колесом с заспецованным ободом на 36 сквозняков в ступицу, в которой 40 дыровых пробелов. Как говорится, не знал, что делать, делал, что знал. Пришлось протереть колесо, потому что маркер или мел по мазуту не пишут. Заспецевав 18-й обод в днепровскую ступицу спицами для 19-го обода, я посрезал все торчащие резьбы, но оказалось, что резьб на спицах больше не осталось. На чем держалось это колесо, я без понятия. А
Этот обод от отцовской Явы, и он реально пролежал в огороде минимум лет 25. И очевидно, когда я его взял, он уже был кривой, поэтому ему простительно легкая кривизна. Как только я начал протягивать спицы, державшиеся на одной-двух несчастных нитках, естественно, они начали срываться. Да, выглядит, будто там есть резьба, но эта резьба уже мною дорезанная плашкой, после чего я срезал заводскую накатанную резьбу. Тело спицы меньшего диаметра, чем сама резьба, поэтому дорезать резьбу М5 на спице диаметром 4,5 – это тот еще тупизм. В общем, целая куча этих новодельных спиц поотваливалась, поэтому вот я их меняю, и уже тут, не знаю, штук 10, наверное, поменял в этом колесе. Вот они здесь все валяются, но проблема в чем? Мне впадло наваривать днепровские спицы, поэтому я просто взял вот такие вот. И это гвозди, которые я достал из какого-то днепровского колеса, уже не помню из какого. И это натуральные гвозди. То есть вот можно наблюдать на шляпке, вот насечки, чтобы в дереве это все держалось. В общем, это прям реальные гвозди. Парочка штук здесь это из комбайновской деки, но в основном это все гвозди. Поэтому я просто беру их, дорезаю резьбу. Благо здесь тело 5-миллиметровое, а не как здесь, которое уходит на утоншение, и дальше там дорезать нельзя. Спицу с удлиненной резьбой прикладываю к старой, обрезаю по ней, ставлю, и все работает отлично. Пойдет. В одном месте у него отогнут борт, но в любом случае это куда лучше, чем было, и отлично вообще для колеса, которое лет 25 провалялось в огороде. Я все это время думал, что проблема была в ободе. Оказывается, проблема была в самой покрышке, потому что эта покрышка села идеально. Какая классная покрышка. Андрюха, благодарю, жму лапу. Вот она полоска, равномерная по всей окружности. Что не может не радовать. Поэтому да, проблема тут была в этой покрышке. Это 4.00 Heidenau, так что, если вдруг будете покупать себе такую покрышку, имейте в виду, она может не сесть на явовский обод. Дальше все-таки я решил поменять сальники в редукторе, потому что трансмиссионка становится все дороже и дороже, да и советский негрол у меня уже закончился. Плоскости тут более или менее нормальные, иногда тут такие борозды глубокие бывают, ничуть ли до шлицов доходит. Ну все понятно. Вот он, моя гордость, мой любимый хвостовик, который издает такие чудесные звуки. Ах, обожаю. А поменяю-ка я ему шайбы местами, потому что, походу, когда я собирал этот редуктор, шайбы стояли с этой стороны подшипника, и планетарка сделала себе выработку здесь. Когда я переставил шайбы, хвостовик на вот такую вот ширину уехал вперед, соответственно, планетарка теперь работает вот именно на вот этой вот части блестящей. И эта блестящая часть идеально совпадает с шириной этих шайб. То есть, если их переставить, хвостовик отъедет назад, и планетарка начнет снова работать именно по этой части. Соответственно, звук в теории должен пропасть. Очевидно, что после того, как я переставлю шайбу, люфт станет намного больше, но при этом редуктор перестанет орать, что на самом деле не очень хорошо лично для меня, потому что мне нравится то, что он орет. Но дело в том, что редуктор сейчас просто забит внутри металлической стружкой из-за того, что планетарка пытается притереться к хвостовику по новому месту, а не по тому, по которому она раньше работала. И, честно говоря, смотрю я на все это, и меня уже начинает накрывать потихоньку, чтобы взять, да и перебрать этот редуктор полностью, поставить в него новую пару, поставить новую ступицу, все перемыть и собрать. Почему бы мне не взять другой редуктор и поставить его вместо этого? Потому что у меня есть небольшой бзик. Я обожаю ставить на мотоцикл детали, которые пришли вместе с ним. Этот редуктор пришел вместе с этим мотоциклом, поэтому я принципиально хочу именно этот редуктор. Очевидно, что текло по сальникам. Я уверен, это заводские. Ты чё тут забыл, чувак? Ему, походу, нравится отработка со стружкой. Люфт недопустимо огромный. Что, отлично? Прямо по масляному пятну теперь видно, что планетарка контактирует именно там, где нам надо. Редуктор практически не слышно. Это полный хлам. Они абсолютно дубовые, растянутые, это мусор. Вот, кстати, новая ступица и новая пара, которую я покупал именно для этого редуктора. И да, я все-таки их поменяю в итоге. Старый. Новый. Новые сальники я не поставил тогда, когда собирал этот редуктор, по простой причине. У меня их тогда в наличии не было. И я сказал, что я куплю и поменяю их позже. На 6 лет позже, но меняю же.
Как говорится, доверяй, но проверяй, а в случае с КМЗ нужно сразу начинать с проверки. Если вы поменяли сальники и у вас все равно течет с моста, то это течет по шлицам. То же самое и с вилкой гибкой муфты, выходящей из коробки. Всегда смазывайте немного поверхность под сальники, потому что сальники может разодрать. Особенно, когда оно такое ржавое. Гарантирую, течь отсюда оно больше не будет. Крестовина плохо притягивает хвостовик, поэтому нужно подложить дополнительно шайбу. Шайбы тут не нужны каленые, они просто играют роль дистанционной шайбы. Слил остатки масла, залил соляры и промыл. С задней частью разобрались, теперь нужно поковыряться в передке. Заменить покрышку, проверить люфт в рулевой и выровнять криво заспецованное мною колесо. Такой плашки у меня тогда не было, и резьба тут точилась под резец, и она немного тугая, поэтому ее надо прогнать, потому что каждый раз, снимая это колесо, приходится с одной стороны ставить две гайки, потом перекидывать их на эту сторону, крутить это все, в общем, долгая история. Ну, сколько стружки слазит, это все мешало нормально гайки закручиваться. Красота. На очереди выхлоп. Нужного диаметра тонкостенной трубы у меня нет, зато есть куча водопроводных. Также есть отличная нержавейка, и мой отец или мой дядя 100% поставили бы именно из нержи. Еще минус старых труб в том, что правая выхлопная очень короткая, и особенно на больших оборотах из этой трубы летит огонь. Так вот, проблема в том, что я гоняю в основном по полям, и реально можно выбросить искру или пламя и поджечь поле кукурузы или пшеницы, а это уже не шутки. Поэтому обе трубы нужно сделать длинными. Смотрю на это, и как же я рад, что все-таки поставил именно ржавые стальные трубы. Также примерял трубы от черного отцовского Днепра, но они сюда ну никоим образом не встали. Есть и отличная оцинковка, но, во-первых, это мой турник, и резать его не хочется, во-вторых, эта труба не ржавая, и она не поржавеет. О, да. Краску нужно чуть-чуть счистить, но главное не перестараться, потому что мне нравится фактурность. Я даже сделал конусный заход в трубу, чтобы не было препятствия для выхлопного потока в виде ступеньки. Очевидно, что выхлопные трубы в данном случае также выступают в роли салазок или своеобразной защиты поддона мотора, поэтому на каждую трубу добавил по две проушины крепления.
Да, и как бы я это ни презирал, я таки решил приварить боковой упор, потому что искать камень в поле, пенек или дерево каждый раз, когда нужно оставить мотоцикл постоять, это неудобно. В конце концов, я стараюсь сделать мотоцикл комфортнее. Я даже думал сделать подобную стойку, как на старых Харли, но такая штука будет на дикаре, плюс здесь эта стойка выглядела бы огромной и неказистой в попытках обогнуть редуктор. И на этот раз я таки обварил и снизу тоже. И давайте узнаем, насколько тише стал выхлоп с новыми длинными трубами уменьшенного диаметра. Ответ – нет, он не стал тише. Шумодав камеры успешно глушит звук более чем в половину, и весь эпик не передать, но звук такой, как будто кто-то перманентно долбит дуплетом из обреза. Видимо, у него просто натура такая орать на всю деревню. Он все равно до безумия громко работает. Я не понимаю, почему, даже учитывая то, что теперь тут диаметр трубы меньше, чем диаметр трубы у меня на черном мотоцикле, и тот работает тише, чем этот. Я это не понимаю вообще. Но хотя бы теперь выхлоп с обеих сторон, и моя голова будет взрываться равномерно. Плюс он выведен назад, так что она не будет так сильно взрываться. Напоследок перед выездом я все-таки решил помыть мотор. По итогу из брутальной, корчеванной крысы у нас получился мопед для нежной и кроткой бабушки, но теперь хотя бы этот мопед не будет стоять в гараже и собирать пыль. Ну, как только я начну говорить, он заорет. В следующем видео мы поедем прокатимся, и это нужно видеть. Или хотя бы слышать, потому что под нагрузкой этот двигатель звучит феноменально. Также в следующем видео я догадаюсь, почему же все-таки он звучит так громко, хотя мотор полностью в стоке, трубы длинные и чуть меньшего диаметра, в то время как у отцовского черного Днепра сделан портинг каналов в головках, выхлоп намного короче и он чуть большего диаметра, но он все равно звучит тише и голова от него не раскалывается. Как всегда и вовек, я безмерно благодарен за любого вида поддержку, бескрайне ценю это. До следующего видео.
Ха-ха-ха!